Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, родился в 1799 году в Москве. Его родословная была очень интересной. Отец происходил из древнего дворянского рода Пушкиных, а мать была потомком знаменитого генерала Ганнибала, прозванного арапом Петра Великого. Первые годы обучения Пушкин провел дома, а затем был отправлен в Царско-сельский лицей в пригороде Санкт-Петербурга. Там он завел много друзей и получил отличное образование. В Петербурге Пушкин активно жил, ходил на балы, в театры, влюблялся. В это время в Москве он встретил девушку по имени Наталья Николаевна Гончарова и сделал ей предложение. Они поженились, переехали в Петербург и поселились на набережной Мойке. Здесь у них родились четверо детей. В этот период Пушкин начал писать более грустные стихи и более философские произведения. Он также стал интересоваться историей и начал писать прозу. Но его жизнь стала сложнее из-за финансовых проблем и слухов о романе его жены с французским офицером. В результате конфликта Пушкин вызвал офицера на дуэль, на которой был смертельно ранен. Через несколько дней после дуэли он скончался. Его похоронили в Михайловском, где он провел детство и отдыхал от городской суеты. Пушкин оставил неизгладимый след в русской литературе, и его память живет до сих пор. Второй подкаст про этого писателя на уровне B2, C1 тоже на Spotify. С транскрипцией вы его тоже поймете. Сказка, которую написал Пушкин, «Золотая рыбка». Подкаст на эту тему вы тоже найдете на Spotify и на странице www.russianatcontext.com. До следующего подкаста!